Ух ты, блин, сколько я их наплодила-то. Привет, зрители. На самом деле у меня есть аккаунт еще и на японском сайте. И у меня даже это приложение обновляется регулярно в этом самом, в телефоне моем. Но я как-то это, я еще не настолько сильно в японском. На этом сайте была японка, говорящая по-русски. Но не сказать, что супер хорошо. Не думаю, что кукснэпы несут какие-то особые эти самые. Изначально, кстати, были кукснэп. Потом почему-то стали фотоотзывы. А, да, если ты еще не догнал, с какого хрена я тут обозреваю с монитора свой аккаунт на Кукпэде, то в Рашке он решил отдать богам душу. Я примерно понимаю, почему. Но если я это буду озвучивать, а кто-нибудь увидит... Мало ли кто-нибудь увидит, или просто, в смысле, увидит кто-нибудь из этих самых жителей Кукпэда русского, может что-то не так понять. Мне, конечно, плевать совершенно, кто там что не так поймет, но, если интересно, я могу в личные сообщения потом это передать кому-нибудь, кто захочет. И вот до 31 января у нас сегодня, как ты видишь на мониторе, 12.01. Оно как бы будет функционировать, а потом все, кирдык. Самое интересное, что изначально рашкинская вариация Кукпэда, это был сайт о вкусе, который, видать, слегка терпел финансовые проблемы. И ему японский Кукпэд предложил, типа, мы вас купим, мы вас поглотим. Мы вам дадим денег, мы вас купим, типа того, что и будет всем счастье. Вот, Эйка Касай. Я одно время думала, что это кто-то стебется. А потом увидела у нее на фоточках какие-то там чеки с японскими иероглифами. В смысле, с канзи. Потому что благодаря ей я узнала, что можно... Ну, что это есть, значит, какой-то у нее там суп на куриных, на обглоданных куриных костях. Я еще приятеля спрашиваю, который как бы в Японии ошивается последние лет, наверное, уже 7-то точно. Типа того, что, ну, 6-то с половиной всяко. С конца 2015 года, что есть ли такая вот фигня? Вот куриные кости. Наверное, это оно. Ну, есть ли там в Японии какой-нибудь суп на куриных костях? Ну, и она сама по себе, кстати, тоже эти фоточки, фотоотзывы иногда постила. Вот, вчера моей дочери купили жареного цыпленка, грили, все съели. Но я просила их не выбрасывать кости, сегодня утром приготовлю вкусный суп с рисом. Короче... Я, конечно, могу сварить суп, допустим, на бульоне из-под самопальных пельменей. В деревне я как-то так делала. Но вот это что-то меня смущает. И я подумала, то ли она троллит, потому что у меня в начале моего бытия на Кукпэде были тоже странненькие рецептики на отцепись. То ли это реально так. Но потом в сети еще что-то нашла с подобным. Сколько времени печь мелкий хлеб? Для меня это как бы нужная информация, потому что я по большей части Кукпэд использовала чисто как скинуть что-то, что я делаю периодически. Оно мне нравится, и если мне хочется снова это сделать, как запеканки творожные, сколько их выпекать, я иду свои рецепты. Потом я с компа это отскриншотю. Самый прикол, что у меня есть пара электронных книжек-сборников от Кукпэда имени меня. Одна такая, ну там пара чепяток, только они вручную это перепечатывали то, что можно было копернуть. А вторая, по-моему, вообще какая-то дичь. И я тогда по просьбе одного зрителя, привет, Горбушкин, собиралась обозреть первую книжку. Что-то так руки не дошли.
С монитора также. Может быть, она у меня даже где-то в черновиках записана. Ну так вот, я просто иногда читаю комментарии к видео с рецептами у себя на канале, к своим, и думаю, фига себе, у меня такое было. Поэтому я решила, что надо тоже это как-то сохранить. Потому что иногда я что-то ищу в поиске на Cookpad. Надо сказать, что у меня года полтора как приложение рашкинское для моего Honor Huawei 9A не обновлялось, а как надо. Он вообще не выпускался. Даже в апгалерее его не было. Я этот, как бы, по поиску пользовалась или через веб-версию, или с компоноута. Ну, в смысле, с приложения не получалось. Я что-нибудь забиваю в поиск, чтобы найти какой-то рецепт. Потом раз в поиске выходит, такой же рецепт есть у меня. Думаю, обалдеть, я уже делала. Надо, значит, этот, смотреть у себя. Ну и... Поэтому оно мне как бы ценно. Как материал, у меня тут еще черновики где-то есть. Я подозреваю, что тут, возможно, черновики даже показываются какие-нибудь. Хотя раньше тут отмечалось, типа, можно ли, ну, черновик выбрать или еще что-то. Сейчас что-то нету. Значит, черновики буду скриншотить с телефона. Этот аккаунт пережил мои моменты, когда я с разных телефонов сюда заливалась, и на каких-то рецептах просто не осталось фотографий, ибо они конули в лето на телефоне Dexp. Просто промотаю, что у нас тут есть. А потом каждый рецепт отдельно. Я сегодня шастала подругой в одно место и заодно забирала заказ с Озон. Сумочку для флешек. Нормально, ну как бы не было времени, у меня была вариация либо забрать заказ после того, как с подружкой схожу в одно место, либо после, но было время, и мне все равно бы ее ждать пришлось. Я решила, что заберу, ну, распечатывать не стала, дома уже типа гляну, тут гляну, потом рассмотрю. Она была как бы такая в упаковочке. Надеюсь, что там все нормально с этой сумочкой под флешки. Ну, я спала мало, что-то уснула поздно. Уснуть не могла, что-то долго читала еще. Кошка потом бесилась, а и то спала, то не спала. В итоге думаю, ну приду домой и подремлю после обеда. А тут залезла в почту, у меня там сообщение от Кукпеда. Думаю, ну надо, значит, уже не полежать после обеда, а сейчас заваять все это. Ну, в смысле, скачать отсюда. Как бы до 31-го есть время, но я решила лучше сделать сейчас это. Вообще, я собиралась еще СМР-ку записать, пока у меня длинные ногти. У меня ночью один ноготь обломился, но он как бы сам по себе был немножко такой, его пару раз подпиливало. А остальные-то еще нормальные, что они как раз можно покрасить каким-нибудь красным лаком. И поасмрить что-нибудь такое, что мне хочется, где вот в кадре именно ногти будут. Акцентом таким. 426 рецептов. Хорошо, что последний год в прошлом году я как-то особо не геморилась и постила только когда мне хочется, а не вот надо раз в неделю. Иначе мне пришлось бы тут намного дольше шарахаться со всем этим. Ну и как бы я постила что-то в инстаграмчике. Что-то я хотела сюда пару вещей запилить, чтобы было всегда под рукой. Но в итоге оно у меня только в записнушках телефона, фоточках инсты и телеги. Я сначала подумала, может, телегу отдельным бложиком это сделать. А с другой стороны, я же изначально все в инсту кидала. И в инсте меня нашли с этой штукой-то. Ну, что типа это, постите у нас рецептики. В инсту мне еще напрягало в инсту, они периодически. Вот долго-долго сюда не пишешь или в деревне сидишь без связи. А тебе в инсту прилетает сообщение или коммент,
что вы к нам давно не заходили. Мне начали писать, может, с весны, что ли, прошлого года, что типа мы наконец-то стали ценить тех авторов, которые пишут подробные рецепты, точно и так далее, поэтому типа, может, вы к нам вернетесь. А у меня, может, даже не сколько рецепта нету, сколько связи нормально нету, чтобы это все зафинтюлить туда. Я даже побывала 3 практически недели, вроде как, амбассадором Cookpad, куда меня заманивали чуть ли не с первого месяца бытия. Я где-то вроде с конца августа или сентября, фиг знает, 18 года тут. Но прикол в том, что они заманивали. А какой хейт внутри оказался. Я в таком гнилом сообществе последний раз была, когда тусила с угрическими и вообще не только угрическими поэтами местными. Когда какие-то переходы на личности непонятно почему. Когда от тебя ждут, что ты будешь лизать задницу человеку, который в чем-то еще более профан, чем возможно. Когда человек бахвалится своей инвалидностью, оправдывая сам себя и свое негативное отношение к другим людям, даже не зная при этом, что, может быть, он тоже общается с инвалидом. Я про себя имею в виду. Когда я анонимусу одному написала на эту тему, он сказал, цитата, не приди, конечно, сказано, а тут у нас одни рецептики. Типа, я инвалид, поэтому могу обмазываться говном. Вот как раз про даму там. И я выполняла все требования, чтобы получить эти заветные звездочки амбассадорства, но ни одной звездочки вообще не получила. И мне еще это, я так поняла, видимо, меня туда позвали, чтобы показать на мне пример, что типа вот неугодные нам, которых мы сами приглашаем при этом, и заранее про них пишем, что вот есть такой человек, надо его заагитировать, пусть к нам придет, которые вот рожей не вышел, да? Мы сделаем все, чтобы спровоцировать человека на скандальный уход. Но я не спровоцировалась на скандальный уход, я вежливо свалила, заметив, что как бы переход на личности, хейт и какая-то такая вот ненависть на пустом месте в сообществе любителей готовить как-то, ну, вообще ни к селу, ни к городу. И вроде там даже какие-то люди вроде попытались за меня заступиться или что-то такое сказать. Но это было так вяленько, что я не стала ждать, когда эта каша, куча мала пойдет дальше. Потому что, в принципе, я такое уже проходила в разных околокультурных компаниях. И нафиг специально ввязываться в какие-то негативные эмоции. Ну и еще были моменты, там, на год бытия меня на Cookpad, и я должна была получить какую-то рамочку с какой-то там грамотой, что я вот каждую неделю в течение года, значит, постила сюда рецептики. Конечно, я ничего не получила. Был какой-то конкурс, что-то я выигрывала, что-то я пролетала, как фанера над Парижем. Вот это, видимо, как раз вот эти черновики пошли. Какие-то черновики у меня тупо не вышли так, как я планировала. Или какие-то просто вышли не очень красивые. Или просто у них не было фотографий. Однажды мне написали, что у вас так много черновиков. Я думаю, блин, а там было штук 7, наверное. Я думаю, 7 черновиков. Вы же сами хотите, чтобы были черновики, и оттуда можно было постичь что-то. И мне было сказано убрать эти черновики, потому что они напрягают. Я думаю, блин, они у вас не настолько сервер занимают, чтобы вам было жалко этого сервера. Потом японский вариант выдал, видимо, это всемирно было, платный аккаунт, чтобы, ну, сколько-то там платишь, и при этом каждый месяц, чтобы пользоваться больше, чем 60 закладками. А я в закладке засовывала все практически подряд. Что-то мне там понравилось и сунула. Но, как мы уже поняли, мне несколько видео было, проверяю рецепты с Cookpad или как-то так. Может, даже плейлист отдельный. Оно было все какое-то слегка по большей части, 99% из 100,
написано левой пяткой. Особо меня радовало у админов рецепты, админы русского купеда. Такими рецептами, вот знаете, эти кулинарные советские книги, когда не было нормальных таких печек, когда непонятно, вот сколько оно там нагреется, какая температура, хрен поймешь, может, даже и термометров тогда еще не было, какие-нибудь даже не советские, а 200-летней давности. Огромная какая-нибудь печь, пока она там раскочегарится, то, что сейчас, допустим, минут за 40 сделается, тогда, может, часа 3 ваялось, если не больше. И вот такие рецепты, левой пяткой написанные. А иногда с одного аккаунта, точнее с разных аккаунтов, одни и те же рецепты. Причем, как я поняла, по админам и амбассадорам, амбассадор же он как нам писали, что вы должны своим видом показывать, да, я даже какую-то фотошколу или нет, какую-то школу, уроки какие-то там, готовки проходила, какие-то видео смотрела, чтобы потом по ним надо было делать вот как раз это урок этого самого. Сфоткать и делать типа фотоотзыв плюс еще рецепт или просто рецепт, что типа я это прошла по большей части бесполезная хренотень, практически безвкусная. Ну и в общем как-то они себе не, они говорили одно, а делали совершенно другое. Мне попался как-то, будучи еще амбассадором, мне попался фотоотзыв на какой-то мой рецепт от мадам, где она фоточкой отличала, и такой же фотоотзыв на подобный рецепт от той же мадам. Я просто даже коммент написала, что вы амбассадор, а фотографию даже не удосужили другую поставить. Как бы одно и то же фото на два разных рецепта. От одного и того же человека. Разница только, что на моем рецепте было написано в фотоотзыве «рекомендую». Причем это «рекомендую» оказывается выдавалось сразу, как только ты становишься амбассадором. Но наша дама, бахвалящаяся своей инвалидностью, я просто полазала у нее по странице в социальной сети. Ну и есть люди, которые, глядя на меня, говорят, ну типа у тебя все на месте, какая-то там эпилепсия только, с виду вполне себе здоровый человек. Так вот, было у меня общение с людьми, которые, допустим, вели не очень здоровый образ жизни, по пьянке попадали в ДТП, сказочным образом выживали. Ну, в смысле, говорят, что с пьяными особо ничего не случается, когда они что-то себе там делают, ломают, падают и так далее. Я ничего против пьяных не имею. Мне вообще на людей как бы плевать, по большей части, ну, фиолетово совершенно. И как бы, вот просто интересно там оно, да, вот оно говорится, слышится. Оно как бы, были у меня такие знакомые, вынужденные, которые бахвалились тем, что вот они по пьяни сели, в пьяном виде сели за руль автомобиля, куда-то там впиявились, проломили себе череп и им, соответственно, дали инвалидность. И там, судя по всему, похожая ситуация. Я даже вспомнила, мне как-то попалась, была у меня какая-то, в общем, был у меня список хейтеров 2 года назад, список тех, кто меня хейтил, и они были забанены на канале у меня 2 года назад, я их разбанила всех. И там была какая-то АСМР-мания, напомню, меня очень хейтила, очень жестко по мне проходилась, и я даже как бы не понимала, что и как. Ну, в принципе, и почему, совершенно левая баба, мы с ней никогда не были знакомы. А потом вдруг я узнала, что она, ну, как бы, прошлое у нее не очень хорошее было. Как бы я не против проституток в законе, мне на них фиолетово, у меня даже была одна подружка, занимавшаяся проституцией. Но когда ты сам не королева английская, ладно, когда ты сам как бы из себя представляешь какой-то кусочек говна, по большей части, и при этом начинаешь докапываться и хейтить какого-то совершенно левого человека, ну, загляни сначала в зеркало. Вот тут что-то мне почему-то там мадам, кстати, по-моему, на имени меня была, этот типа главный амбассадор. То ли она во мне видела какого-то этого соперника, я как бы не собиралась становиться, там же сколько-то лет амбассадоришь в Кукпеде в русском, а потом тебя берут на работу. Мне как бы просто хотелось печатать свои рецептики.
Я даже была готова отдать страницу ВКонтакте в Одноклассниках на репосты, как оказалось, копипасты. В этом самом купедовских постов. И не то, что именно мне понравилось, и кажется, что рецепт хороший и правильный, а то, что вот там кто-то чего-то сказал, и эту копипасту надо было тупо постить. В общем, ну как бы оно совсем с готовкой не было никак связано. Но изменилось с 18-19 года это амбассадорство в том плане, что сначала это надо было, как вот эти свидетели Орифлейма, на днях мне писала в личное сообщение какая-то мадам, сказала, что она хочет, чтобы я вместе с ней зарабатывала без вложений. Нужны ли мне подробности? Я ей написала, если это Орифлейм или Гринвей, то вы мимо. И она типа, а, Орифлейм, вы что думаете, что типа так много Орифлейм пишут? Тут примерно так же надо было писать всем подряд в личные сообщения и говорить, что вот есть такой сайт, придите туда. Потом прощай страница ВКонтакте, в Инстаграм или еще в какой-то социальной сети, потому что тебя забанили за спам. Каким местом это было вообще как-то с готовкой связано, история умалчивает. Но меня очень напрягало оно. Ну, я как бы такой опыт бытия. Мне пишут вежливо, я тоже пишу вежливо. Вежливость и доброжелательность по шаблону. И сам вроде как-то таким хорошим становишься, если, допустим, настроение с утра какое-то не очень, кто-нибудь расстроил, рассердил или так далее, то тут прочитал, хоть и бесит, и бомбит, но вежливо также ответил, уже хорошо. Как бы все такое белое и пушистое становится. Ну и как бы меня это, ну, устраивало. Тут в этом плане было нормально, но они были очень навязчивые. Раз в неделю писалось, а если ты не напостил рецептик, вот надо записать рецептик, надо еще что-то там сделать, надо сделать фотоотзыв, надо поучаствовать в каком-то конкурсе. Я участвовала в конкурсах, где были призы, реально призы, а не какая-то ерунда, типа стикер. Помню, кучу стикеров в Инстаграм скинула, эти стикеры надо еще выкладывать было в какую-нибудь социальную сеть, похвастайтесь тем, что вам дали то, что, в принципе, без чего вполне можете прожить. И были какие-то опросы, типа, какие вы призы хотите. Я думаю, что закрылись еще, может, и потому, что финансировалось-то из одной кормушки. Но большинство призов я так и не получила. Я думаю, не только я одна. Там какие-то книги были бумажные. Куда эти книги пришли, кому эти книги пришли. Кому-то, видимо, пришли, а кому-то не пришли. С рецептами отобранными еще что-то. Ну, специи у меня вот кукпедовские, сладкие и для мяса, для рыбы. Вот это у меня есть, оно мне как бы, я на то и рассчитывала. Были какие-то просто марафоны, когда надо было каждый день что-то репостить, либо какие-то особые правила. И зарабатываешь какие-то бонусы, потом эти бонусы можно было обменять там на шоколад, на специи. Методом тыка я выиграла полотенечко как-то один-единственный раз. Мне повезло внезапно. В этой лотерее. У меня была сумочка, кукпед где-то лежит, по-моему. Может быть, в ней, а может и не в Фраше, у меня пустые баночки. Ну, где-то у меня есть сумочка кукпед, по типу как и фрашевская. Потом ложечка кукпед деревянная, полотенечко, контейнеры очень мне пригодились. Они, конечно, были не кукпедовские, без логотипа, а обычные контейнеры, но они у меня живы. Я их вполне использую. И специи тоже мне очень как бы в тему были, какие-то закончились, какие-то еще нет. Были как бы приятные моменты, но когда пошла какая-то такая хренотень невнятная, особенно мне иногда писали какие-то ноунеймы, которых вроде как модерировали, с таким конкретным хейтом, с матом, переходом на какие-то личности, ну, в комментарии под рецепты. Что даже нигде-то нельзя было написать, что вот ну как-то это удалить, забанить или еще что-то, пожаловаться. Я думаю, что, ну, скорее всего, не только мне такое писалось, а много же придурков, в принципе, в мире. Но то, что потом в амбассадорстве случилось, где тебе всячески показывают, что ты ничто, ничтожество, что вообще тут что-то тут забыла и так далее. Ну, как-то оно не похоже на сайт с рецептами.
Не, конечно, жалко, что он закрывается именно в таком виде. Я не знаю, можно ли перенести, допустим, аккаунт с Рашки на Японию. Если бы можно было, было бы круто. Но... Все. Мой первый рецепт. С которого, по-моему, меня из Инстаграма приволокли сюда. Ну, как это выглядит, оказывается. Ну и жалко, конечно, что у них нет этого, вот, чтобы так в РСС хотя бы скопировать и убрать. Ну я думаю, тут, наверное, каждый рецепт особо не надо так вот просматривать. Я просто промотала то, что есть. Сейчас пойду скриншотить в комнату. Но вот это реально к месту было. Были какие-то рецепты, которые мне писали, что это вот сегодня я залила. Что это не рецепт, а совет, и надо его туда перенести. Думаю, почему его надо туда перенести? Редактируйте как-то помощнее сайт, потому что столько барахла и жести есть, где как бы реально вот не рецепт, а совет, но докопаться надо до меня. Жаль, конечно, что оно кирдыкается. Можно было бы какой-нибудь там, может, сделать. Узнать бы, чтобы было приложение какое-нибудь подобное. Я, наверное, это сразу сегодня и залью. Потому что что оно тут с монитора? Тут только вставки, если вставить. И слегка звук подправить. В общем, спасибо тебе, зритель. Если ты это осилил внезапно. Я когда-нибудь постараюсь эти электронные сборники своих рецептов, они не полные, обозреть все-таки так же с монитора. Либо найти их, возможно, они у меня где-нибудь на флешках лежат. Если ты любишь готовить. Кстати, вот эта вкусная штука вышла совершенно эксперимент. Ну, короче, хороших тебе рецептов и вкусной еды. Пока!